Вот с этим ведром я постоянно, когда шли дожди, здесь капало. Сейчас сделали ремонт, все нормально. Ремонт внутри, ремонт снаружи. Пенсионерка Надежда Махаева новым условиям проживания не нарадуется. Жительница дома номер 7 по улице Стаханова решила бороться с протекающей крышей всеми возможными способами. Став старшей по дому, начала с основного. Мы решили открыть спецсчет, потому что это выгодно для дома. Вот, открыли счет, и под руководством компании мы как бы отремонтировали часть крыши. У нас еще там осталось немножечко, но в дальнейшем мы будем работать над этим вопросом. Вопрос протекающей крыши стоял ребром больше 20 лет. Дом номер 7 по улице Стаханова старым не назовешь. Скоро он отметит только 32-й день рождения. Обслуживает многоэтажку 2,5 года управляющая компания «Городище». В ее ведении 11 жилых объектов. И все пользуются спецсчетами. Главный плюс в таком финансовом управлении – время. Срок проведения капитального ремонта по графику, он относится на более поздние годы. Это 32-й год, 36-й. А имея свободные деньги, размещенные на спецсчетах, в счете жильцы сами могут планировать проведение капитального ремонта и контролировать его проведение. Если вашему дому не больше 35 лет, и вы готовы сами бороться с неплательщиками, тогда спецсчет – идеальный вариант, говорят эксперты. Если же дом гораздо старше или он уже стоит в графике на ближайшие 5 лет, то есть смысл оставаться у регионального оператора. В общем, все зависит от сознательности и желания собственников квартир. Елена Логинова, Дмитрий Кузнецов, «Липецкое время».